Всем привет! Мы в этом ролике узнаем, какая сегодня реальная температура Черного моря. Сегодня это 5 июня, пятый день лета. И мы с вами находимся в город Сочи, Лазаревский район, поселок Чимитакваша, пляж перед гостевым домом Гавана. Градусник сейчас лежал на полотенце 3 минуты, и на солнце температура 32 градуса тепла. 32 градуса тепла. И сейчас мы с вами заходим по колено, чуть выше колена. Вода у нас шикарная. Градусник набирается с водой, плавает 3 минуты. А пока мы с вами перенесемся в Лазаревскую и посмотрим, сколько реально людей отдыхает 5 июня в Лазаревской. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот мы с вами добрались уже до Лазаревского. До этого места, если вы плывете напрямую из Чимитакваши напротив гостевого дома Гавана, можно приплыть. Ну, проплыть 10 километров, и можно попасть прямо сюда. Но если вы едете по дороге, то эти 10 километров превращаются в 18 километров, потому что у нас везде ущелья, везде у нас каньоны, каждое место у нас чуть ли не национальный заповедник. Ну, так и есть сочинский национальный заповедник. Везде у нас красивые водопады, все у нас хорошо. И вот мы уже с вами идем по самому лучшему причалу во Вселенной, в галактике, на планете Земля. Это причал в Лазаревской. И мы сейчас с вами посмотрим в сторону Чимитакваши, на южную сторону, сколько людей реально отдыхает в поселке Лазаревская. Сейчас мы также с вами посмотрим, сколько реально людей отдыхает в Лазаревском на северную сторону, на сторону Москвы. Смотрим. Градусник потихоньку уплывает в море. Вода, вы видите, сегодня шикарная, прозрачная. Пока мы еще ждем это время, хочу вам рассказать, что именно в поселке Чимитакваши нет никаких на пляже развлечений. Мы тоже с вами посмотрели из Лазаревского во все стороны. Сейчас мы смотрим в Чимитакваши в сторону Лазаревского, сколько реально людей отдыхает. Также смотрим, сколько реально людей отдыхает в сторону Сочи. И видим, что нет никаких развлечений на пляже. Но вы можете также взять себе... Ну, не в прокат, конечно, но в магните купить. Продаются летом у нас всякие надувные матрасы, бамбинтоны, мячики, воздушные змеи. И вы это все можете развлекать своих детей в Чимитакваши, как хотите. Итак, в магните что у нас почем? Нарукавники, детские нарукавники, 249 рублей. Разные динозаврики. Костюм, не костюм, а это у нас подводный мир, плавательный жилет. Жилет стоит 369 рублей. Так, сетка играть в волейбол пляжная, она такие штучки, сюда у нас камни ложите, чтобы она не уплывала, стоит 949 рублей. Маски. Маски Intex, отличные маски, 479 рублей. Так, что у нас тут? Очки для плавания West Sport. West Sport 300, 299 рублей. Так, маски с трубками. Маски с трубками. Комплект подводного плавания. Маска с трубкой стоит 669 рублей. Отлично. Маски для взрослых. Акула, маска с трубкой стоит 799 рублей. Разные круги для детей, 379 рублей. Что у нас есть? Всякие бассейны, шары. Мяч пляжный на метр надувается, 400 рублей, 399. Круги уже для больших детей, 1039 рублей. Большой круг диаметром 1,22 м по большой части.
В Лазаревской, конечно, развлекают и на бананах катают, и всякие на гидроциклах, на катамаранах, чем-то так важно, всего этого нету. Хороший, большой, широкий, чистый пляж и практически без людей. Это самое главное достоинство отдыха в Чимитакваджи, в гостевом доме Гавана в поселке Чимитакваджи. Итак, у нас еще с вами нужно подождать 30 секунд, и мы с вами узнаем реальную температуру моря 5 июня, пятый день лета. Водные автоматы. На море это вообще прям ушкобомба. Водный автомат, но цены нету. Также, если вы любите в песочке купаться, ковыряться, в магнит один раз заезжайте и набираете всего, что вам нужно. Пистолеты, мыльные пузыри. Пистолеты такие, автоматы такие. Всякие воздушные пузыри. Воздушные змеи, если ветер на море, барашки, купаться не хочется, но хочется загорать, ребенок без проблем позапускает с вами воздушного змея. Воздушный змей 349 рублей. 3 минуты, ровно прошло 3 минуты, и температура воды Черного моря, 24 градуса тепла. Сегодня, 5 июня, на пляже перед гостевым домом Гавана в Сочи, где вода по колено, температура воды 24 градуса тепла. Видно? Если вам интересна такая информация, подписываемся на канал, ставим лайк, пишем комментарий, что вам еще интересно. До новых встреч. Пока.